Все, поехали. Небольшой экспресс анализ двух игр. Ну, видите, у нас ситуация такая сложная появилась перед этими матчами. То, что у нас тренировался Севастьян, получилось так, что уже игрок, который у нас вино, можно сказать, уже стабилизировался. Потом еще были нюансы такие. Но ребята и выплеснули много эмоций после староса. И поэтому особенно вчера ребят пришлось доставать их из глубины, чтобы они проникли, что матчи эти очень важны. Вот. Ну, где-то, может быть, дошло после первого периода. Потому что играли безобразно, все равно решили уже на мастерстве выиграть. Вот. Но где-то на характере выиграли. Ну, сегодня видели сами, что где-то потерпели, о чем мы просили. Ребята придерживались того плана, который мы для них предоставили. Вот. И в третьем периоде вышли, ребята, еще нужно потерпеть, еще, все равно забьем. Ну, и видите, все получилось. Ну, выезд очень сложный, потому что 6 матчей, это особенно у Слиногорск сначала, и кроме того, что игры, у нас добираться очень сложно. Вот мы не как все клубы там чартером добираются, а у нас проблемы есть. Хотя мы туда чартером летим, а потом оттуда уже сложно. Но будем играть, но у нас еще получается, сейчас двое снова уезжают, но Кузнец забирает их. Вот. Ну, а потом вернуться. Ну, будем сражаться. Так, болельщики, куда? К флагу, идите к флагу. Здесь никто ничего не будет.